Ya kız. Мало осталось до улицы. Хорошо, любимый. Пойдем. Эйлюль, где вы, доченька? Ягус. Ягус, выйди, сынок. Эйлюль. Мне жаль. Почему? Я вдруг, у меня нервы, и я чуть все не испортил. Да не глупи, любимый. Твой друг сделал что-то неправильное, любой бы в твоем месте вспылил бы. Ты прав, что вспылил, поэтому не расстраивайся. Возьми это, попей. Я испугался, что ты пожалеешь. Из-за принятого нами решения, ну, мало ли, ты подумаешь, что это ошибка, и я испугался. Любимый, все боятся. Трус и тот, кто боится, это разные вещи. Люди боятся потерять любимых, боятся потерять деньги, боятся потерять свой покой. Но если от этого страха ты откажешься от своей цели, тогда ты будешь трусом. И это самое ужасное. Ну то есть, ты никогда не будешь трусом, поэтому не расстраивайся. А если... Придет день, и ты пожалеешь, что познакомилась со мной. Обнимешь, поцелуешь меня, и все пройдет. Я скажу, хорошо, что я стала женой этого человека. Что тут такого? Что ты придумала такое? Я ведь даже не жалею, что я сбежала с этим человеком. Эх, любимый, эх. Ягус! Они идут. Если мы сможем выйти на ту улицу, мы сможем сесть на маршрутку. Пойдем поскорее. Ягус. Не убегай от отца. Брось эти глупые дела. Эйлюль. Ну хватит меня позорить, Эйлюль. Выйди к нам наконец, Эйлюль. Бедные. Правда, бедные. Они сделали себе разные постели, дети-то наши. На самом деле, они очень хорошие дети. Они стараются, чтобы мы не расстраивались, чтобы мы были спокойны. Единственная их ошибка, что они полюбили. И поэтому они вынуждены так делать. Ты ошибся, отец. Уйлю в животе мой ребенок. Госпожа Нуран, моя покойная мама всегда говорила, Аллах не простит того, кто разлучает. Любящих людей никогда не простит. Может, мы все-таки ошибаемся? Может, мы все-таки согрешили? Может, мы слишком сильно надавили на своих детей? Не знаю, госпожа Нурбин, клянусь, не знаю. Я знаю лишь одно. Это то, что наши дети убегают от нас. Причем в такой мороз и не имея денег в кармане. Они, держась за руки, убегают от нас, а мы хотим найти их, чтобы разлучить. Судьба у них, конечно, очень печальная у детей. Кажется, это так. Кажется. Мне совсем это не нравится. Может, мы тоже пойдем и поищем их? Я тоже так не могу, госпожа Нуран. Пойдемте хотя бы найдем их, чтобы они в мороз такой не мерзли. Кажется, мы избавились от них. И никого не видно. Давай немного отдохнем здесь. После того, как мы выйдем на ту улицу, мы... Сядем в маршрутку в Сейран. Нужно какую-нибудь гостиницу найти. Мы найдем, любимый, найдем, но... Иди ко мне. Ой, ты сильно вспотел. Пойдем домой, и ты переоденешься. А то заболеешь.
Что случилось? Почему ты все еще смеешься? Я всегда мечтал, что мы с тобой будем вот так вот бегать друг за другом. Вокруг будут цветы, в лесу будет дуть ветер. В жизни же мы бежим к маршрутке, убегая от родителей. Ничего, любимый. Твое тоже воплотится, не переживай. Придет весна, цветы расцветут. Злость уйдет, по нам начнет скучать. Наши любимые поймут нас. Главное, чтобы ты меня не бросал. Никогда. Я тебя никогда не брошу. Ну же, пойдем. Эля. Не уходи, дитя мое. Не уходи, доченька.